Ну вот, друзья, здравствуйте. С вами я, Ольга Архипова. Сегодня у нас вот такая погода. 8 февраля. Дует сильный ветер. 15 метров в секунду, наверное. Ну, температура сегодня потеплее, чем вчера. Минус 2. Мы видим сокол в снегу. Дорога посыпана снегом. Посмотрите. Вот такая сегодня погода. Я пошла сегодня в магазин, меня чуть не сдуло. На дороге гололед. Вчера вечером вообще мело. Люди вызывали скорую, и скорая не могла к нам подняться. Представляете, на Уютнинской дороге. Там у нас горочка, и так тяжело было скорой подняться. Ужас. Вот так, если кому-то плохо, и мы отрезаны от всего мира.